Зимние каникулы продлятся до 8 января включительно. Это значит, у нас есть как минимум 9 дней, чтобы провести время со своими близкими. Большинство из нас с нетерпением ожидают новогодних праздников. Чем заняться и куда сходить в новогодние праздники в Нарьян-Маре, расскажет Александра Литкова. Этот праздник всегда ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Он запоминается веселой суматохой, смехом, шутками и добрыми пожеланиями. Ну а после застолья с родными и близкими самое время отправиться на площадь Марацей. Новогодняя шоу-программа «Здравствуй, Новый год» начнется в час 31 января. В программе выступления творческих коллективов, поздравления Деда Мороза, интерактивные игры со зрителями, хороводы вокруг елки, ну и, конечно же, пиротехническое шоу. Новогодняя дискотека продлится до 4 утра. Также 1 января состоится забег обещаний 2020. В 12 часов дня можно будет присоединиться к самым сильным и энергичным и дать себе обещание на будущий год пробежать или пройти ради него 2020 метров. Вплоть до 8 января в столице Ненецкого округа пройдет целый ряд концертов, спектаклей и шоу. Жители и гостей города порадуют выставки, мастер-классы и многие другие мероприятия для любой возрастной категории. У нас будет игровая программа «Сенакова». Ненецкие игры. Она будет реализована, там будут героини ненецких сказок. Не будем раскрывать, какие персонажи. И они будут, конечно же, играть с детьми, проводить новогодние игры. Поэтому прийти могут все желающие, вход свободный. Жителей и гостей поселка Искателей ждет не менее развлекательная программа. 1 января в час ночи здесь пройдет праздничное шоу, подготовленное клубом «Созвездие». Искательский народ встречает Новый год с танцами и конкурсами. Детворе в каникулы скучать тоже не придется. 4 января мы приглашаем всех юных жителей нашего округа на игровые развлекательные программы в гостях у «Мышиного короля». Для детей от 2-4 до 4 лет игровая развлекательная программа с играми, с танцами, с сказочными героями, конечно же, со сладкими призами, веселыми танцами и конкурсами пройдет для детей 2-4 лет. В 15 часов мы ждем всех детей от 5 до 10 лет. После празднования Нового года наступает черед празднования Рождества Христова. Клуб «Созвездие» приглашает всех желающих на мастер-классы сделать подарки и сувениры своими руками. Традиционная рождественская ярмарка также состоится и во Дворце культуры «Арктика». Встретить Новый год по ненецким обычаям можно на ежегодном празднике «Солнце Нового года», который состоится 7 января в 11 часов в Центре арктического туризма. Вы узнаете, как встречают солнце коренные жители Севера, и примете участие в магическом обряде. В завершении праздника гостей ждут угощения в теплом чуме. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, телеканал «Север».